Насчет лекарства от рака я знаю точно, что в Европе оно точно есть, а вот насчет России я как бы не слышала. И надеюсь, что как бы это все будет доступно, потому что, да, у кого есть деньги, они, конечно же, смогут позволить, а чтобы вот обычным людям, которые живут в бедствии, не сильные зарплаты, потому что я вот мало представляю, как люди в Москве живут на 20 тысяч рублей.